Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко. Дача, сад, огород, цветы. Еще один важный агрогороскоп. По прошлому году мы знаем, что очень многие получили хороший результат. И снова же пошли просьбы разложить информацию по инкубации для домашней птицы в феврале 2023 года. Мы делали это по киевскому времени. И поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. У нас вот такая интересная форма. Мы в первой колонке делаем закладку, то есть когда можно закладывать яйца в инкубаторы или же под птицу, маму-птичку. И выход у нас будет в марте. Самые лучшие, напоминаю, крепкие птички получаются, когда и они именно выход идет в дни полнолуния. Здоровая птица получается, крепкая, и потом очень хорошо растет. Ну вот такой период у нас будет в марте с 6 по 8 марта. 7 у нас полнолуние. Вот эти 3 дня замечательные дни, когда можно получить здоровый молодняк птицы. Ну вот когда по виду всей птицы мы сейчас делаем расклад. Итак, закладываем яйца на инкубацию для курей с 14 по 16 февраля. Гуси и индюки с 6 по 10 февраля. Перепела с 16 по 19. Мускусные утки с 30 января по 3 февраля. С 30 января и по 3 февраля. Далее вот весь набор наших уток. Это и белая, украинская, башкирская, пекинская. Их яйца закладываем на инкубацию с 8 февраля до 11 февраля. Итак, я, по-моему, объяснила четко, вот сколько дней, когда что у нас нужно закладывать на инкубацию. И мы ждем птицу с 6 по 8, ну по 9, тот, кто там попозже. Может еще появиться из яйца какой-то птенец. Вот этот у нас, видите, какой период хороший, когда мы должны в феврале заложить фундамент для того, чтобы получить здоровую домашнюю птицу. Сегодняшнее видео подготовили Раиса Горяченко, Александр Волик. Прощаемся с вами всего-навсего до следующего видео. В новом видео мы обязательно встретимся и снова же вам пожелаем всего самого доброго. Самое главное, мира вам всем и добра, и хорошей погоды. Пока-пока! Витаем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, город, квиты. Миру вам та добра! Гороскоп для инкубации для домашніх птахів в лютому 2023 року. Для того, щоб отримати здоровий молодняк пташок, необхідно, щоб пташки вийшли з яєць уже, вихід був пташок у березні і саме в дні повного місяця. Повні у нас 7 березня, тому необхідно чекати уже з 5, 6, 6 по 8 березня вихід всіх пташок. Ось я показую вам і до кінця. Це у нас друга колонка, це вихід. Але для кожного виду птахів це є свій час. І ось ми розглянемо ці періоди. Для курей найкращий період для закладки яєць на інкубацію буде з 14 по 16 лютого. Для гусей, індиків з 6 по 10 лютого. Для перепелів з 16 по 19. Для мускусних качок з 30 січня, будьте уважні, з 30 січня по 3 лютого. Ці качки більше всього висиджуються, довше всіх з яєць з'являються малечі, оце гарненька пташина. І качки, ось які качки у нас, біла, українська, башкирська, пекінська. Ці пташки, ці яйця цих пташок треба закладати з 8 по 11 лютого. Для того, щоб отримати гарний результат вже на 7 березня на повню. Ось він у нас такий гороскоп. В минулому році дуже гарний результат у багатьох вийшов. І тому знову ж таки ми отримали
таку заявочку, прохання, щоб знову такий агрогороскоп робити. Отож, на лютий місяць ми його зробили, а ми – це Раїса Горяченко та Олександр Волік. Час нашого відео добігає кінця. Ми бажаємо вам всього найкращого, будьте здорові і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео. Бувайте!